Дефицит электроэнергии в стране составляет порядка 2 миллиардов киловатт-часов, преимущественно в пиковые часы. Если в прошлом году потребили 115 миллиардов киловатт-часов, то выработано было лишь 113 миллиардов киловатт-часов. Нехватку электричества покрывают за счет импорта электроэнергии из сопредельных государств. В то же время ежегодно на 2% растет потребление. Увеличение связано с ростом потребления населения и промышленности страны, отмечают в профильном министерстве. Увеличение дефицита электроэнергии на внутреннем рынке может привести к увеличению объема более дорогой импортной энергии, что в конечном счете скажется на ее стоимости, прогнозируют эксперты. Для обеспечения энергетической безопасности страны министерством запланирован ряд проектов по модернизации действующих, а также по вводу новых мощностей на суммарную мощность порядка 26 гигаватт. За счет чего возникает дефицит? Износ основного оборудования на электростанциях, это частые ремонты, когда выходят станции. Отсюда мы видим дефицит. То есть сегодня вопрос возникает в том, что наращивание мощностей энергетических в стране – это вопросы энергетической безопасности. Был сформирован перспективный план внедрения новой генерации до 2035 года. Объем ввода составит новых мощностей порядка 26 гигаватт. У нас сегодня установлена мощность на станциях порядка, если я не ошибаюсь, 23 гигаватта.